Друзья, в дзен-буддизме есть два известных вопроса, на которые нет ответа. Первый ⁇ это, издает ли звук упавшего в лесу дерева, если за ним никто не наблюдает. И второй ⁇ это, как звучит хлопок одной ладонью. Сегодня утром ко мне пришло просветление, и я нашел ответ на второй вопрос. Хлопок одной ладонью звучит так.